Барарам, так. Скупает подделки. Друиды, болото. Контракты. Ну, пока что вот сюда, но мне надо еще в рощу друидов сходить. Заодно кваски скажу. В чем дело? Прощай. Так, так, так. Бандюги будут в лагере с КТЛей в прошлом, да. Нет, да где-то лежит труп.
таком оно не бывает. Добро пожаловать. Привет. Неужели мои старые глаза? Он самый. Я много о тебе слышал от нашего общего друга Мышовура. Я потерял память и не помню. Возможно, я смогу тебе помочь. К сожалению, меня ждут важные дела. Да, Белый Волк. Я познакомился с женщиной. Ее зовут Кармен. Ее возлюбленный по ночам превращается в волка. Она хочет спасти его от этого заклятия. Ты ведьмак. Ты должен знать, как справиться с ликантропией. Разве нет? Когда-то я, может, и знал, что делать в таких случаях. Но теперь я ничего не помню. Конечно. Моя память уже тоже не так вот... Я думал о магических средствах. Я не знаю, как приготовить такой эликсир. Тебе стоит спросить опытного алхимика, если появится... Рубашка из собачьей петрушки? Да, была какая-то история про близнецов, которые превратились в лебедей или в уток. Благодарю за совет. Есть еще народные средства. Глупо, конечно, рассказывать об этом профессионалу, но... Я запомню это. Запомни одно. Ликантроп, прежде чем пытаться снять такое проклятие, ты должен... Почему? В противном случае он продолжит убивать даже после исцеления. Понятно. Я постараюсь выяснить, кем на самом деле является этот об... Да, Белый... Приветствую, достопочтенный Иерофант. Добро пожаловать, Белый Волк. Я знаю, что привело тебя сюда. Ты знаешь, почему? Ты сражаешься с саламандрами. Ага. Ты не можешь добраться до их секретного убежища. Ты сможешь... Возможно, их лидер хочет заставить нас использовать магию природы. Хорошо. А чего? Принеси мне гриб псилоциб. Псилоцибы растут в пещере на... Когда мы встретимся с лидером... Зачем? Саламандры хотят, чтобы я создал более мощную версию их наркотиков. Если я сделаю вид, что согласен. У нас есть общие друзья. Можно и так сказать. Мне рассказал о тебе мой бывший партнер по покеру Мышовур. К сожалению... Я люблю играть. Почему бы и... Говорят, ты неплохо играешь. Да. Что ты думаешь? Политические конфликты меня не интересуют. Мы переживем все волнения, мы не... Им может не понравиться, что вы... Мы помогаем всем, кому нужна помощь. Людям... А люди... Увы, не все. Реки около больш... Понятно. Да. До встречи. Профессионал. Судя по всему, так. Пара двоек, да. А у него пара четверок. Грустно.
раз у него пара, то есть мне нужно скидывать все. Давай скину все. Мне шестерку можно было оставить, мне шестерка, например, не упала. У него две пятерки, у меня две четверки. Будет принимать ставку, правильно? Блин, он не поднял ничего. Ну как-то странно. У него пара шестерок, это сильно. У меня две пары. Вроде уже все книги скупил, которые могли бы мне рассказать, но думаю, все же что-то пропустил. Тут только Трикс есть. Интересно.
Да, Бел. Я принес гриб, который ты... Хорошо. Я добавлю это в зелье и пошлю птиц, чтобы они доставили образец. Встреча уже назначена? Да, можем идти. Ты сказал, мы пойдем, когда я буду готов. Значит, можно отправлять. Я готов. Тогда пошли. Мы встречаемся на просьбе. Я никогда не сражался бок о бок с Виверной. Посмотрим, что из этого получится. Гвинблейд. До встречи. Так зелень. Друид, ничего. Не бойся, мои животные нам помогут. Время молитвы. Не, еще не время молитвы, брат. Такое широкое лезвие. Будь начеку. Я всегда.
босс, конечно, интересный. Все. Где-то отвалился главарь, а где – непонятно. А вот и он. Да, белый волк. Битва закончена. Вся моя община благодарит тебя. Ты наш друг. Раз, два, три, четыре, пять. Возможно, просто игра такая. Перебивает меня. Или я просто... Или я просто засыпаю на ходу. По квестонам есть тут что-то еще. Сюда схожу. Давно уже? Ну, убил, да. Все еще ползу по болотам, но это уже следующая глава. Он очень был мощный. Ой, в плане у него очень много жизней было. Я его просто как колотил. Ну и заколотил по итогу. Тут у нас что? Thank you.
ядовитая железа. Тут ничего. Вообще ничего нету. Казалось бы, Дот должна быть супер виверна, но я ее убил, залутал с нее. Дроп. Он у меня куда-то исчез. Я в плохом состоянии. Так, что-то туда мне неохота идти, пускай они там сидят, тусуются. Раз им так охота. Заодно можно посмотреть, поговорить с Хартштейном. Кого я еще хотел навестить здесь в лесу? Архиспоры я хотел проверить. О, да. Архиспоры я видел возле этого домика. Есть они там или нет, не знаю. Они вот тут вот были. Теперь уже не найти. Нет, проще, наверное, сюда сходить.
Конечно, я хочу квесты сдать. Прихожу я как-то к друиду, говорю, мне нужна гроза. Он говорит, 500 полновесных оренов. Я ему и указал направление, куда идти с такими ценниками. Вон дождь идет по итогу. Он мне и помог голема возродить. Оживитель. Давай. Хочет переправиться. Да вон же я, перед тобой прямо. Слышь, пес, убирай свою палку. Поехали. Перевези. Время. Поехали, поплыли. Вичкой какой-то ловит. Там даже лески не было. Действует мне на нервы. Родовит правит лучше. Ни минуты покоя. Ни минуты покоя. Чаевшийся купит, по-моему, пока мне нужно. Собака, ну собака, ну чиха. Я нашел твое фамильное кольцо. Премного благодарен. Прощай. Сто уренов. Дайте мне терпение. Прощай. Вот и поговорили. Так, а что у меня тут забито все? Ну, да нет, в принципе-то есть еще, но разве что вот ингредиенты все забили. Ну, вот такое. Ну, как-то 100 оренов, знаешь, и опыта не дал, и 100 оренов, как бы такие, они уже все обмазганы в грязи, считай. Так, а мне нужно... Жизнь моя остановочка. Так, так, так. Мечами, конечно, он круто придумал. Мясо.
сам расшифровать он, конечно, не в состоянии. Грустный парень. Так, и сюда меня не пустят, да? Потому что решетка заперта. Use или Warden. Окей. Не, какой витал магии, да вы чё? Ладно, мне все равно на выход. Какая река? Это канализация. Такая вот интересная просторная канализация. Потолки, как я не знаю, как во дворце. Как в свитках четвертых, там тоже канализация начинаешь, там тоже канализация такая обширная прям. Красота, одним словом. Аюста у нас и вот в этой стороне оказывается. Ну, что надо? Я убил... Забавно. Ты рассказываешь стражнику, что только что убил человека. Шучу. Ушли. Ты отлично справился. Я счастлив. Ушли. Счастлив. Исчезнуть? А может, лучше ты исчезнешь? Я... не понял. Туповат, если да? Если будешь и дальше торговать фисштехом, я сделаю так, чтобы ты исчез, и чтобы никто никогда тебя не нашел. Ладно, не стоит беспокоиться. Я все-таки страж порядка. Пока, Юс. И помни. 200 аренов. Я при... Объявлению? Пока нет. Я просто хочу... Разумеется. Если... Та-та-та. Лео Варден. Оба документа у меня, окей. Хищная Виверна меня смущает на самом деле. Она меня бесит. Она меня бесит, потому что... Квестовый итем пропал из инвентаря, и квест мне говорит, иди получи награду. Подхожу к NPC, а он говорит, ну, это самое, как бы, давай до свидания, чё ты ко мне приперся? Ты болван? А ну иди убей там, это самое, как кого надо. Я такой, ну я же, это самое... А во что играть-то? Во что? Дождь прямо-таки. Пока. Так сложно, я Ведьмака и в Нио играю. Все, как бы. Вся история. К сожалению. Приветствую.
Вижу, тебе удалось остаться в живых. Иерофант раскрыл мне тайну лечения от ликантропии. Нет уж, ведьмак. Я не расскажу тебе о моем мужчине. Будем надеяться, твоя верность не станет ему приговором. Остается только ждать. Окей. Сейчас для меня важен только мой любимый. Так, что нам говорит это? Сколько ждать? Сейчас время 19:30. До полуночи потусить. Так, что я хочу? Атака плюс 20, это да. Броня плюс 5, это да. Повреждение, да. Тут есть еще что-то интересное. Есть иммунитет к оглушению. Ну, такой себе, как бы все. Вот излизанность оглушения или иммунитет. Та уж иммунитет какой-нибудь. Так иди, иди, возьми. This is Sparta. Вести разносятся быстро. После того, что ты сделал в банке, знаешь, я не желаю спать с альфа-любом. О, какие мы. Думаю, Кармен, это твой псевдоним. А как тебя зовут по-настоящему? Лена. Но это слишком обычное имя. Лена. Думаю, Кармен. Лена. Пока. Вести разносятся быстро. После того, что ты сделал в банке, знаешь...
Скритяга из Махакама. Может быть, если не играл вообще. Мне нужно либо 2, либо 1. О. Остается только ждать. Ну и сколько мне ждать. Пока. Как вы танцовываете? Да. Пока. Может, это в домике осталось? Есть только закрытые двери. Видишь всех этих?
Я умираю, я знаю. Снова поднял таможенные пошлины. Дурно это знаю. Этому лишь бы побухать. Не, нужно убить кого, чтобы веселее было. Ты чего уставился, черт тебя дери? И больше никого, вроде как. Вечером должен был быть скупщик. Но скупщика нет. И вот сидит она и ждет. Надо же. Пока что мне нужно сходить, да, сюда. Сдать перья, как Атрикса. Прочь отсюда, безбожник! Безбожник. Шлендра. Вечный огонь, наполни мое сердце. Идея. Пойду к воротам замка. Может, Талер здесь отдыхает? Он, конечно, не здесь, но я не перестаю верить, что он появится когда-нибудь здесь и сыграет со мной в покер. В покер. Как называется тут кидание гостей, конечно. Отлично, через весь город, говорит, надо пробежать. Вот это ливень. Двадцать первый уровень. Естественно, пришел я вечером.
Работают-то они днем. Геральт, можно мне поиграть твоим мечом? Позже, Альвин, когда останемся одни? Когда останемся одни? Ужас. А где, собственно, наша чародейка? В смысле, куда она делась? Ой, вот это, конечно, времени сейчас 20:00. Я не могу помедитировать. Почему ее нет дома? Что это за шленда? Я буду ведьмаком, когда вырасту. Очень маловероятно, парень. Где Шлендра, которая тут живет? Где Шлендра? Чрезвычайное положение. Шлендра, где это? Дом, чей дом? Ну, это подстава, я считаю. Где-то тут есть точно. Ну, в аккурат в таверну. А, он же на втором этаже таверны. Поселился. Какие? До свидания. Вон она тут сидит, бухает вечером. Ну понятно, что они тут развлекают. Тут же вся куча. Не сейчас, дорогой, и усть. Дома, так а ты когда дома-то будешь, слышишь, Шлендра? Шлендра. Школопендра. Я добыл тебе бумаги. Прекрасно! Отнеси их нашим шифровальщикам. Ну а где ваши Нам нужно еще немного времени. А ты собираешься домой, рыжая? Может быть, пора уже. А может быть и нет. Та-та-та-та-та-та. А может быть и да. Привет. Чем? Мне? Да. Быть крестьянином.
Сколько же еще? Нет, непроходимые заборы. Не слишком оригинально, мой. Я должен произвести. Плохие девочки обычно придумывают самые интересные. У меня интересные идеи появляются, когда на тебя. Не так быстро. Вижу, у нас каприз. Угадай, что больше всего нравится. Что-то как-то не особо, знаешь, идеи. Мерзость, уберите. Ох, спина моя. Переложить. Трудно сейчас. Я могла и более интересное занятие найти. Переложить. Я вот у себя переложил сейчас. Вот и писец. Я Конечно. Спасибо. Печать сюда. Подпишите счет. Кто за этим стоит? 200 уренов. А, так. В эту сторону. Я тут уже 3 раза был. Надеюсь, денег мне на взятку хватит. Не задерживайте очередь. Велерат, человек честный. Я тут уже 3 раза был. Сидят в эти самые кости раскидывают. Нормально вообще, нет, в банк пришли сам поиграть. Да ни в коем случае. Когда вернусь с честью. Монашки, они уже испорчены. Настолько, что требует что-то с меня. Кстати, об алхимиках. Ну, конечно, вот этот извини. Может что-то знать. Если тебя... Ты готов? Нет! Прощай. Ну и... Не надо. Конечно, весь вечер ты бухала, а утром ты спишь. Я поговорил с Шани. Я рада, что все закончилось. Геральт, я хотела поговорить о будущем. О нас. О нас? Ну. Дело не в ревности. Я просто... А это не может подождать? У меня контракт. Пожалуйста, подумай над этим, Геральт. Разве ты не можешь просто прочесть мои мысли? Могу. Но не хочу. Если подаришь мне кольцо, я приму его как признание и обязательно. Ля, какой ты откуда появился? Конечно, ты суешь всюду свой нос, Лютик. Я просто спросил, тебя что-то беспокоит? Она просто... не знаю, что... Пошли, нельзя говорить. Но... Никаких но... Краснолют, наемник и странствующий трубадур, перещупавший всех шлюх от Еруги.
О, все, бухать, походу, поехали. Ах, хорошо. Баба напрягает, а ты идешь бухать. Все как бы закономерно. Привет, Золтан. Приветствую, Лютик, Геральт. Ничего, чтобы тебе надо было знать. У Геральта когнитивный диссонанс, неприятное напряжение, которое... Ну ты... Проще говоря, он не может решить. Мой диссонанс. Неверно. Мы твои единственные друзья, Геральт. А друзья... Почему ты мне так не кажется? Водка холодная аж обжигает. Господа, будем! Будем. Черту диссонансы! До дна! Ничто не сравнит... Неплохо. Кстати говоря, Золтан, а почему мы пьем... Серьезные проблемы требуют серьезных мер. Согласен. Но Лютику лей по половинке. Он и так много болтает. Хватит ныть, как избалованный девица. Трис хорошая. Но... Я ведьмак. Я обречен... Не надо мне про судьбу, Геральт. Я давно понял, что... Может быть, ты и прав. Но подумай сам. Я тебя понял. Черт побери, а я не понял. Каким образом одно связано... Не сказал. Давай я объясню, Лютик. Если женщина чего-то не говорит, это не значит, что она этого... Аминь. Выпьем за это. Выпьем. Крепкая слеза на глаза. Весьма оригинально и полезно. Отстань, ты меня не сам... Ты не знаешь, о чем... Может, у меня и не было семьи? Лютик, все не так. Не ври мне. Ты знаешь... Хотел бы. А чтоб ты... Ну да. Семья и ячейка общества. Я не об этом говорю. Мне просто хочется остепениться. Знакомые какие-то... Черт, давайте выпьем. Его уже штат, может быть, стоит это самое прекратить уже. Я знаю. Пойдемте в бордель. Да мы не дойдем, брат, мы не дойдем. Лютик, если ты вдруг не заметил, мы... Кроме того, меня туда не пустят. Я грязный нелюд. В доме ночи главное, сколько у тебя денег. А краснолюд? Ну, конечно, это ведь... Говорю тебе, ниш... Ладно, пошли. Ну, посошу. Поехали. А, мне кажется, мы не дойдем, да? Что-то мне кажется, это на бордель мало похоже. Почему я здесь? Алло? Спасите. Ну и где мои верные друзья? Какая интрига. Да уж.
Геральт, от тебя не... Уф, пошел я. Так, не, погоди-ка, погоди. Геральт. Я не стану разговаривать с бродягой. Больно нужно. Где мои ребята? Их нет? Да. Ехать. С радостью, беловолосый. Но сначала... Благодарю. Я бы хотел реализовать одну мечту. Терпение. Сначала горячее. Ля-ля, все орны, они по одному, что ли? Тебе интересный? Да. Очень интригующий. Придает тебе... Если хочешь, могу показать и остальные. Ехать. С радостью, беловолос. А, шутишь? Шутки, а это мои друзья тут или нет? Нет, тут нет. Ты хотел... Пока. Да уж. Знай свое место, ведьмак. Так, заодно спинить к этому парню. Да что, огромный его... Виверны не нап... Ме... Рассказ... Справ... Я убил твою виверну. Он не хочет ничего делать. Да? Я видел голубоглазую ку... Этого не может быть! Моя сестра... У меня есть доказательства. Я видел отметку... Клянусь вечным огнем! Как такое? Должно быть, ее околдовали. Тот самый вампир, что ее... Возможно. Ведьмак, ты должен мне помочь. Вампир должен быть где... Хм, хорошо. Посмотрим, что можно сделать. Клянусь честью! До встречи. До свидания. Все бухает, больше ничего не делает.
Что ты узнал? Мы выяснили местоположение последней ячейки слом. Отлично. Если бы только это было так просто. Это ячейка. Понятно. Комендантский час. Один из командиров городской стражи. Я найду его. Ты его не узнаешь. Но он откликнется на пароль. Скажи ему, Лили еще не охватил. Все эти шпионские страсти. Он ответит. Три Лили, единое целое. Он все... Да? До встречи. Это проблема, это проблема. На этом я завершу свои похождения в мире Ведьмака и по улицам Вызимы. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. До скорых встреч!